Хадра. Привет. Или лучше Тарун Матара? Бхадра подойдет. Пока что. В чем дело? Обладать храмом Джаленду значит возглавить Золотой Путь. На кону будущее Кирата. Сабал и Амита борются за меня. А ты сам видел их в бою. Амита хочет уничтожить храм. Говорит, это освободит женщин Кирата. И избавит нас от ненужных традиций, вроде Тарун Матары. Но ведь Тарун Матара — это хорошо. Так думает Сабал. Если храм достанется ему, он завершит церемонию, и я стану Тарун Матарой. Он говорит, что только в традициях мы обретем силу. А ты чего хочешь? Освободить Кират. Но я не могу выбирать. А Амита и Сабал не договорятся. Выбор за тобой. Золотой Путь прислушается к твоим словам. Но ты должен понять, тот, кого ты поддержишь, станет бесспорным лидером Золотого Пути. А после падения Пейгана – правителем всего Кирата. Ясно. Я знаю, что делать. Спасибо. Сабал. Амита собирается сжечь храм Джаленду. Безбожная тварь! Мало нам Пейгана, еще и Амита помогает ему в его грязном деле. Хватит с меня. Не передать, как Джаленду важен для Кирата и для Махана. Он бы тобой гордился. Защитим храм. Очистим Хадру. Объединим народ в свете Киры. Грабили Кират и свозили ценности в Джаленду. Реликвии нашего народа не должны достаться врагу, поэтому сперва избавься от лодок. Никто не должен сбежать. К тому же они заминировали храм. Обезвредь мины. Незаметно, иначе они включат таймер. Ин рассчитывает на нас! Ищем! Найдите его! И жесткий камень переверните, если потребуется! Ничтожество! Прикрою и вызываю наших! Понял вас! Сигналку сломали! Смерть, очистят тебя! Кто-то испортил сигналку! Он наверху! Наверху! Ты умрешь, Маслава! Аджай, тебя засекли! Детонаторы активированы! Я не
Сабал, все готово. Они заплатят! Я тебя поставлю, как... Я тебя в собственном соку зажарю! Сабал, готово. Отлично. Но у меня плохие новости. Разведчики говорят, что к тебе направляется вражеский отряд. Они хотят отбить храм, так что будь готов к бою. Солдаты подходят с запада. Закончу тебя, и мамка не опознает. Армия идет с запада. Джаленду спасен, Сабал. Хвала Кире. Я думал, Амита успеет раньше. Как глупо. Хотела помешать Бхадре исполнить волю богов. Стала между богами и народом. Пагубное высокомерие. Клянусь тебе, мы проведем обряд. Ты станешь Тарун-Матарой. Скоро мы обретем свободу. Брат? Ты хотел меня видеть. Спасибо тебе. Все наши успехи — твоя заслуга. Обещаю, я не забуду сына Махана, когда все закончится. Он гордился бы. Слушай. Золотому пути нужен один вождь. Амита неуправляема. Брат, оглянись. Вот что нужно Кирату. Стабильность, традиции, честь. Но она сомневается в каждом моем шаге. Артиллерия! Аджай, Уткарш под обстрелом! Вперед!